Мишелька, может быть, чуть-чуть подальше? Так. Не-не, так, чтобы ее хорошо видно было, да? Сейчас мы посмотрим, что у нас с лапкой. Да, так. Так. Мишельку привезли к нам вчера ночью. Это у нас первая перевязка. Вчера была первая обработка, а сегодня первая перевязка. Лапа была очень-очень зараженная, грязная. Поэтому сейчас лапа просто у нас чистится. Так, девочка очень хорошая. Девочка у нас маленькая. Девочка у нас золотая. Рана у ребенка очень страшная. Просто страшная. Но ничего. Сейчас мы также все промоем, обмоем. Все сделаем. Да, деточка моя? Между пальчиками. Так, так, моя девочка. Ничего, солнышко. Дай маме лапочку, давай, моя девочка. Может, ее на другой бочок положить, слушай. Неудобно. Попробуем на этот, на больную лапку положить. И посмотрим, как она будет реагировать, да? Сейчас попробуем. Деточка, то лапку маме неудобно мыть. Вот так. Ложись так. Стой, зачем? Нет, детка. Дай, моя хорошая, давай попробуем. Не бойся, солнышко, не бойся, моя детка. Так, стоп, я не могу понять, а это что такое? Это, господи, напугало меня. Так, вот она, наша лапка. Лежи, солнышко. Лежи, моя девочка. Вот так. Все хорошо. Все у нас будет хорошо. Тише, тише, тише. Так, сейчас посмотрим. Все, между лапочками посмотрим. Тихо, маленький. Тихо, моя девочка. Все будет хорошо. Господи, кто ж ее так аскальпировал? Просто жуть. Все, моя девочка, все. Все, главное грязь снять. Половина снялась грязь, видишь? Рана очень грязная, очень страшная. Это все очистится в ближайшие дни. К тому же мы ждем хирурга. Ну, который скажет нам то же самое. У нас уже были такие раны, и мы знаем, что с ними надо делать. Заживлять будем по-живому, однозначно. Так, сейчас еще здесь немножечко, так, и все. Чтобы все дырочки залилось. Так, хорошо. Немножко чистится у нас. Уже хорошо. Уже хорошо, деточка. Ничего, все будет хорошо. Моя девочка. Моя умничка такая. Все у нас будет хорошо. Господи, ничего. Все будет хорошо. Вот и отлично. Все, у нас ухо вытерли. Не знаю, что с ребенком случилось, но это жутко у нас. Вот, а теперь возьмем вот так. Во все дырочки сначала надо, чтобы хоть немножечко там все у нас до конца прошло. А потом просто сверху еще. Ничего, ничего. Чистая кровь – это хорошо. Чистая кровь – это очень замечательно. Будет замечательно.
Да, раз. И сейчас вторая. Мази не жалеем. Мази побольше, чтобы она растеклась и попала во все дырочки у нас. Во все дырочки. Мазь это АСД с левомиколью. Очень хорошая. Она великолепно заживляет все самые тяжелые раны. Вот так. Все, мой солнышко, дай маме лапку. Да, моя детка, дай маме лапку. Вот ты, моя девочка, красавец. Ты мое солнышко. Я смечу. Левый микор сверху возьмем. Здесь что-то внутри. Вот так. Вот так. Между пальчиками. Все. Берем аккуратненько салфеточкой. Вот так. Да, моя деточка, все будет у нас хорошо. Так. Большая салфетка у нас еще есть. Значит, сделаем маленькую. Маленькую снизу закроем. Так. Все будет хорошо, детка. Все. Главное, чтобы не вытекало. И оденем на место сеточку. Ранка должна дышать. Поэтому только-только салфеточка и сетка. Детка, дай маме лапочку, дай мое солнышко. Ты моя маленькая. Все хорошо, девочка. Все хорошо. Сейчас вверху ее затянем. И все будет хорошо. Так, где у нас скотчик? Не видела здесь? Ну, ладно, сделаю. Салфеточкой перевяжу, ничего страшного. Так. Вот так. Салфеточку немножечко просто подвязываем, чтобы у нас не падала. И все. Будет у нас просто замечательно. Так. Сейчас, моя девочка. Хорошая, терпеливая девочка у нас. Хорошая, маленькая, терпеливая девочка. Это у нас Мишелька. Такая у нас хорошая Мишелька. Так, Мишельку от глистов обработали. Вот и все. Да, скажи. Воняет. Вид не очень красивый. Зато заживляется быстро. Ну, вот и все. Да, котик, покажи мордочку. Ты моя красавица. Такая вот девочка красивая. Все? Все, пожелайте Мишельке доброго здоровья.